Каждый раз хрустящие куриные палочки я подаю с разными соусами. Куриные палочки готовить очень просто, вы можете сделать их за 30 минут до прихода гостей и приятно их удивить. Хрустящие куриные палочки полюбятся и вам, и вашим домочадцам. Выложите их после обжарки на бумажную салфетку. Так лишний жир стечет. Рецепт хрустящих куриных палочек по праву можно считать семейным. Такие палочки готовила еще моя бабушка. Специально для панировки использовала сушеный хлеб. Иногда я подаю палочки с картофельным пюре или салатом из свежих овощей, как горячее блюдо. А бывает, что просто угощаю палочками гостей, они прекрасно сочетаются как с острыми, так и с нежными соусами. Приятного аппетита! Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Взбейте яйца, перелейте их в плоскую тарелку, так будет удобнее обмакивать кусочки куриного филе. В такую же плоскую тарелку высыпьте панировочные сухари, смешайте их со специями. Куриное филе порежьте на тонкие длинные полоски, обмакивайте кусочки курицы сначала в яйца, затем изваляйте в панировочных сухарях. Выкладывайте куриные палочки на разогретое масло, сковороду лучше выбрать с высокими бортиками, так как масло будет брызгать, обжаривайте до хрустящей корочки с обеих сторон. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Подавайте хрустящие куриные палочки с вашим любимым соусом или с гарниром. Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. Вот из чего готовим блюдо. Куриное филе – 500 грамм. Оливковое масло – 2-3 столовые ложек. Панировочные сухари – 1 стакан. Яйца – 4-5 штук. Специи – по вкусу, выберите ваши любимые. Количество порций – 3-4. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. До свидания.